Это Audi Q5 FY, то есть второе поколение. И здесь дорест, поэтому здесь необычный диффузор задний, который очень широкий. Клиент приехал со своими насадками. Вся работа встала в 11 тысяч рублей, так как клиент у нас подписчик, мы ему сделали скидку. Собственно, работа заняла несколько часов. И на ваш суд я представляю вам эти насадки. Здесь сотки. Посмотрите, насколько они, оцените, пожалуйста, в бампере в этом выглядят. Лайк за то, что однозначно это прикольно. Дизлайк, если вам это не очень нравится. Или напишите в комментариях. Также на Drive 2 для тех подписчиков, кто на Drive 2, тоже можете прокомментировать. Я знаю, вы люди увлеченные и очень активные. На связи Игорь, ультравыхлоп. Выхлопные системы наши все.